Доброго времени суток, друзья! Меня зовут Фубарелло, это Oxygen Not Included. В данном видео я докажу, что дистиллятор относится к богоюзу. При просмотре последнего обновления животноводческой фермы я заметил такую вот особенность работы дистиллятора. В общем, смотрите, давайте для начала сюда вот поместим самую холодную загрязненную воду и самую горячую, то есть чтобы она не замерзла и чтобы она не вскипела. Открываем дебаг меню и задаем следующую температуру. У нас для горячей воды будет температура по Кельвину 392 градуса и 15 сотых. Это у нас будет 119 по Цельсию. Проверяем. Отлично, ну 118,9, собственно, это нам хватит. Следующее, это у нас будет холодная вода, по Кельвину у нас это будет 253,15, по Цельсию это будет минус 20 градусов. Смотрим, отлично, получилось. То есть у нас здесь находится температура минус 20 градусов, и здесь у нас находится температура минус, ну, 119 градусов, будем округлять. Два дистиллятора, которые будут отдельно перегонять воду по абиссолитовым теплоизоляционным трубам, то есть температура из труб совершенно никуда не будет передаваться. И теперь, в общем, смотрите. Из первого дистиллятора, куда у нас отправляется горячая вода, у нас выходит вода температуры 40 градусов. Там, где у нас холодная вода отправляется в дистиллятор, вода выходит тоже 40 градусов. То есть таким вот образом, используя дистиллятор, мы просто теряем температуру, что горячей воды, что холодной воды. Работоспособность данного аппарата я проверял в предыдущих версиях и понял, что он работал так изначально. Тоже, в общем, вот таким вот образом у нас работает дистиллятор, и, по сути, данный аппарат у нас является полностью богоюзом. Надеюсь, люди, которые не используют богоюзы, также будут по-прежнему с ним пользоваться. Ну а люди, которые пользуются богоюзом, то для вас здесь, ну, просто море должно быть открытий, потому что можно сейчас перегонять как и горячую воду в теплую, нормальную для дубликанта, также и холодную воду, например, с того же ледника, который только что лед растаял, снова в теплую, нормальную воду для дубликанта. Ну а на этом у меня все. Огромное спасибо за просмотр. Пишите комментарии, жмите палец вверх, если понравилось видео. Также подписывайтесь на канал, в группу ВКонтакте. Вас будет ждать здесь много интересного. Всем удачи, всем пока!